девчину, дарился шпагами дыму. В ответ на каждый звук и жест галерка вскакивала смех. Но были шпага и челма всего лишь хитростью ума. И дым, и шпага, и челма всего лишь хитростью ума. А вообще из ничего и не бывает ничего. Но есть одна работа, когда берется ничего, ну ровным счетом ничего. И возникает что-то. Слетел с руки, как воробей, король бубей, король бубей. Король исчез, потом возник, но превратился в даму пик. И на лету сказал ей сам: как я похож на вас, мадам. Сказал ей сам: как я похож на вас, мадам. А вообще из ничего и не бывает ничего. Но есть одна работа, когда берется ничего, ну ровным счетом ничего. И возникает что-то. Я выхожу, а зал кретин, и целый мир в руках моих. Но в том-то все и волшебство, что целый мир из ничего. А мне приятнее всего улыбка друга моего. Важнее всего улыбка друга моего. А вообще из ничего и не бывает ничего. Но есть одна работа, когда берется ничего, ну ровным счетом ничего. И возникает, да, возникает что-то. Ну вот такое начало. Как ты считаешь, отец? Ну как, сыночек? Ну для чего это все тебе нужно, скажи, пожалуйста? Конкретно, какие у тебя замечания? Вот я видел, что у тебя здесь девушки появились. Так. Очень красивые появились они. Но для чего? Хотя бы они должны были какой-нибудь фокус показать. Начал спектакль, балет. Ну какой-то трюк показать или танцевать, или что-то показать, чтобы было оправдано. Так. Или, скажем, для чего эта аппаратура ваша, это оформление. Когда ты очень хорошо работаешь руками. Я решила освободиться от всех аппаратуров. Пожалуйста, ты тоже начинай работать только руками. Это мастерство, это техника. Так. А с ящиками, аппаратурой, это может любой человек делать через неделю. Ну, мне пора, я опаздываю на концерт. Скоро отпуск, и у нас будет достаточно много времени с тобой разговаривать. Прошу вас. Мне бы билетик на ваш концерт. Билетик у вас в кармане. Пропуск вам. Пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста. Концерт всегда зрители подходят и говорят: товарищ Акопян, все-таки у вас в рукавах заряжены какие-то предметы, платки там или полоски и так далее. Для того, чтобы убедились, что у меня никаких секретов нет, вы, пожалуйста, извините меня, я сниму часы. Может, кому-нибудь нужно, товарищ? Ну, пожалуйста, прошу вас, возьмите. А, нет, нет, не будет, здесь находится. А также я снимаю перстни. Извините, пожалуйста, также сниму я свой пиджак. Вот сейчас, как вы заметили, что у меня никаких секретов нет, но сейчас все мои секреты вам будут видны. Вы все заметите, как я это делаю. Только внимательно посмотрите. Иногда даже зрители говорят, что Акопян не настоящие руки, у него пластмассовые руки. Ничего подобного, натуральные руки. Теперь, пожалуйста, прошу, внимательно следите за мной. Может быть, хоть что-нибудь заметите, но вряд ли. Как вы заметили, в правом руке у меня ничего нет. Красный платочек вот здесь. Внимательно смотрите. Еще раз повторяю, что правом нет, левым есть. Правом нет. Вот так по-честному, дорогие зрители. Здесь красный платочек или нет? Да, конечно, здесь. Куда же может исчезнуть? Пожалуйста, еще раз внимательно смотрите. Так. Так, медленно показываю, что правым нет, левым есть, правым нет. Как, здесь или нет? Да. А кто хочет со мной парь держать из мужчин? Я говорю, что уже здесь нет. На 3 бутылки армянского коньячка. Ну а что, испугались, платочка здесь. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, извините. Конечно, я никогда парень не держу, это была шутка. А посмотрите, пожалуйста, вот так. Здесь нет. Здесь есть, здесь нет, и здесь также нет. Так, вы все видели, как я сделал. А здесь есть. Па-ра-ра-ра. Как вы заметили, и левом руке ничего нет. Правда. Ну, это в первом ряду, конечно, всегда видно. Между пальцами смотрите внимательно, пожалуйста. Па-ра-ра-ра-ти. Па-ра-ра-ра-ра.
Есть? Заметно, да? Вот так, прямо и сюда. Вот, видите, как заметно. Дорогие товарищи зрители, по-разному рассуждаются зрители. Многие товарищи говорят, что акапелла на ладошке с двумя днами. Другие говорят, что у нее бумага двойная, там есть кармашек, где он прячет. А вот посмотрите, за что действительно мне в Париже первый прием присвоили. Вот так. Посмотрите внимательно. И так, удивительно даже, вот так акапелла. Если все вам видно было, действительно, платочек здесь. Для того, чтобы вы убедились, что у меня никаких секретов нет, я сейчас передам в первом ряду проверять. Платочек, бумага передам проявлять, мои руки проявляйте, пожалуйста. Вы убедитесь, что никаких секретов нет. Ну, молодой человек, прошу вас, подойдите сюда, пожалуйста. Возьмите платочек. Внимательно посмотрите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь секреты там. Теперь посмотрите сюда мне, пожалуйста, руку. Есть здесь что-нибудь какое-то? Пожалуйста, возьмите бумагу, разверните, пожалуйста. Посмотрите на свет, может быть, двойная, кармашки есть. Никаких секретов нет. Еще раз держите платочек и посмотрите вот сюда, пожалуйста. И здесь нет? Так. А вот так? Так, уважаемые товарищи зрители, можно ли человека на таком расстоянии обманывать, чтобы товарищ не успел заметить, как я прячу этот платочек? Посмотрите, пожалуйста, внимательно, пощупайте настоящий. Так вот, будьте добры, так и внимательно посмотрите, где же платочек. Вот так. А платочек оказывается все-таки его. Все. Thank you.
Ну-ка, попробуй, мальчик. Ну-ка, давай, быстрее, быстрее. Вот, а ты. Ну-ка, еще. О, вот, есть, конечно, карты есть. Нет, нет, не роняйте, пожалуйста, вот так. Останьте, пожалуйста. Нет больше? А у вас, товарищ, карты как есть? Да, есть, есть, есть. Рассыпите, пожалуйста. Ну-ка. Ну, конечно, есть. Вот, пожалуйста. Ну-ка, посмотрите, пожалуйста, проверяйте. Есть, есть, конечно, карты. Больше нет? Как же нет? А это что такое? Нет. Уважаемые зрители, в одном из конкурсов «Иллюзионистов мира» я показывал, на мой взгляд, очень интересный номер. Из газет я отрезал небольшую полоску. Здесь никаких секретов, конечно, нет. Членов жюри, а также зрительный зал удивления были, увидев такого номера. Я эту полоску взял на ножницы, как вы заметили, и отрезал середину. Для того, чтобы вы убедились, что действительно я отрезал середину, я еще раз вот так отрезал. Членов жюри и весь зрительный зал убедились, что полоска я отрезал пополам. Но оказалась полоска поближе. Я еще раз отрезал. И членов жюри убедились, что действительно полоска по-прежнему целая. Тогда я разорвал кусочек. И когда снова взял ножницы и ровненько отрезал, зрители убедились, что полоска по-прежнему целая. Когда я еще раз разорвал кусочек, этот номер понравился почти всем иллюзионистам мира, которые приехали на этот конкурс. Он очень интересный, невесомый. И во время моего исполнения из западно-берлинский замечательный иллюзионист вышел ко мне на сцену и попросил меня: «А вы могли, говорит, показать каждую половинку в отдельности?» Я говорю: «А в чем дело? Здесь ничего нет». Я снова согласился ровненько, взял ножницы и ровненько отрезал. И он убедился, что полоска по-прежнему целая. И когда я еще раз разорвал кусочек, показал каждую половинку в отдельности, ко мне на сцену вышел шведский иллюзионист господин Роджерс, он интересовался моим ножницам. Тогда я сказал, что если он когда-нибудь приедет к нам в Советский Союз, у нас в любом хозяйственном магазине такие ножницы продают за 70 копеек. А здесь даже цена есть. А вот пускай попробует делать фокус, который я показывал. И передавал проверять. Вы можете, девушка, подойти и посмотреть, пожалуйста? Может быть, действительно здесь есть какой-нибудь секрет? Проверьте, пожалуйста. Может, клей выпускает или какие-то секреты есть? Ничего нет? Может, вы хотите сами отрезать? Попрошу маленькую полоску. Только пальцы мои не режьте. Вот так. Вот очень хорошо резал вас, товарищ. И полоска оказалась по-прежнему быть. Вот так отрезал господин Роджерс, и также отрезал ваш товарищ. А вот как отрезал артист Акопян, пожалуйста, посмотрите. Так. И полоска по-прежнему. О, целая. Вот все так. Спасибо.
сейчас будет цело. Волнуйся, да? Нет, серьезно, вы думали, что будет цело, да? Я даже слышал, кто-то здесь сказал, не удалось. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, извините меня за нескромности. У меня никогда не бывает, что не удается. Посмотрите, пожалуйста, дальше. Дорогие друзья, настало время, когда я должен это рваные афиши делать цело. Ни один волшебник в земном шаре не сможет рваная бумага снова делать цело. Это я как волшебник вам говорю, поверьте мне, пожалуйста. Для того, чтобы снова эта афиша стала цела, естественно, я должен подменить рваный, я должен прятать к себе карман, цело должен доставать так, чтобы никто из вас не заметил, как я это делаю. Видите, как честно я вам все рассказываю. И поэтому попрошу вас, внимательно следите за мной. Заметили, когда и какой момент я это рваная афиша кладу к себе правый карман брюки, вот в этот карман, и когда отсюда цело извлекаю и показываю вам. Я заранее уверен, что никто из вас ни в коем случае и ни за что не заметится, как я это делаю. Девушка, напрасно поправляете очки. Ничего не поможет. Ни очки, ни бинокли, даже ни телескопы. Пожалуйста. Как вы заметили, здесь ничего нет. Рваные афиши находятся вот здесь. Я сам подскажу, куда вам смотреть. Все равно ничего не увидите. Так будьте добры. Направляйте ваши взгляды в мои руки. Посмотрите, как я вас обманываю. А вы ничего. На какое число заказывать билеты? Да-да, войдите. Здравствуйте. 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 Спасибо вам. Благодарю вас за цветы. Объясните, как это у вас получается? Вы заметили, что я показывал кулек бумажкой или в ладошке. Это совершенно одинаково. Указательным пальцем наталкиваю вот так в ладошку до тех пор. Посмотрите, и пока что правом руке нет. Имитирую, как будто я беру. Но действительно, у меня здесь нет. А второй раз я уже беру, посмотрите, отсюда. Вот так. Ну, хорошо, теперь что-нибудь другое. Ну, пожалуйста. Или, скажем, вот, платочек берете. Завязывайте узелок, как всегда, крепко. И показывайте, что платочек сам развязывается. И все. Так что ничего такого трудного. Или, скажем, вот. Булавочки, пожалуйста, посмотрите. Наблюдайте внимательно. Если какие-нибудь секреты, пожалуйста. Ну, нормально. Если нет, так поражу. Дайте мне, пожалуйста. Нет. Вот еще у меня платочек, пожалуйста, посмотрите. Так. Держите этот конец, пожалуйста. И никаких секретов здесь нет, по-моему. Нет, тебе не надо. Так, пожалуйста, посмотрите. Внимательно. Я нормально застегнул? Да. Держите крепко, пожалуйста. Держу крепко. И вы убедитесь, что и платочек целое. И находит здесь булавка. Теперь вы, пожалуйста, расстегните этот платочек. Спасибо.
это опустите, пожалуйста. И оденьте. Сюда застегните. Застегнули, я вижу, да? Да, да. Вам видно, что застегнули, да? Видно? Да. Вы да. так внимательно смотрите, чтобы вы удивились. Смотрите так внимательно здесь, так. Ну, вообще, так. А здесь действительно висит. Вот, никаких секретов здесь нет. Этого дела, да? Пожалуйста. Да. И посмотрите внимательно, пожалуйста. Так. Ничего не понятно. Так, ну, ничего так, не понятно. Так, вот так не бывает. Так. Извините, пожалуйста. Здравствуй. Как тебя зовут? Машенька, ну как смотри. Ну-ка, Машенька, я сейчас тебе, конечно, покажу что-нибудь. Посмотри сюда, пожалуйста. А, это вам. Возьми, возьми. Пожалуйста, пожалуйста. Что надо сказать? Сказала. Ну, я тебе еще подарю вот календарики. Пожалуйста. А, вот, ну вот, молодец. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо, что вы здесь. Благодарю вас. Очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Я люблю всегда после концерта немножко задержаться. И когда ко мне приходят зрители, мне приятно смотреть их глаза, смотреть их улыбка, как они реагируют. А это мне помогает мой репертуар обновлять. И всегда мне очень приятно с зрителем общаться. Ну, посмотри, я покажу. Раз, два, три. Мягче, мягче. Кисть руки, правой руки кисть. Вот так, хорошо? Раз, так, изящнее, еще изящнее, как можно. Хорошо. Ну, теперь покажи, пожалуйста, манипуляцию. Вот так, вот. Хорошо. Так. Угу. Так, кисть, кисть руки, кисть руки. Хорошо. Талантливо. Ну, я думаю, что ты ничего уже работать можешь, Амаяк. Пора уж. Так, ну еще такую рукавичку. Как? Да, хороший. Разреши мне платочек, пожалуйста. Вот, дорогой мой, а ты аппаратуры. Надо руками работать, пока своя техника. Ну, мне некогда, давай мне пиджак, пожалуйста. Ну, до свидания, я пошел. У меня встреча в редакции и на кондитерском фабрике. Себя в клубе 12 стульев решили создать новый раздел «Сделай сам», посвященный вот фокусам, иллюзиям. Сами понимаете, для сатириков создание иллюзий, проделание всевозможных фокусов – это не последнее дело. Поэтому решили вас пригласить и попросить кое-что показать, прежде чем мы заведем такой раздел. Иллюзионисты работают при помощи обязательной аппаратуры. Это может ящики с двумя днами, зеркальными эффектами, сосуды и ряд больших аппаратуры. Ну, а манипуляторы работы, которые выходят на сцену без никаких предметов, только голыми руками, и показывают разнообразные такие интересные номера. Вот, например, я сегодня хочу вас познакомить именно вот этот иллюзии и манипуляции. Вот первый трюк, который хочу вам показывать, иллюзионный трюк. Вот тут, конечно, ничего нет у вас, оказывается. Но здесь, оказывается, у вас какой-то заряжено. Какие-то подарки, наверное. А, это мы не галстук, это мы сейчас галим. Синий, синий, Шватович. Иван. К сожалению. И вам, девочка.
Ну, если заметили, что действительно здесь ничего не было, вот, разрешите ваш стакан возьму. И здесь оказывается все-таки... Что, шампанское или вода? Видите? Владимир, дисквалифицируем или дисквалифицируем? Ну, я вам расскажу теперь секрет, как делается вот этот номер. Да. Номер очень просто. Бутылка специально делает мастера. Бутылка, значит, сделана, как видели, дно снимается. Затем, если середину посмотрите, здесь сделана перегородка, угу. Где одну сторону вот здесь пустой. Угу. Пустой, значит, помещаются платки. Или серпантины, или вилки, чашки. Да. Может, даже маленькие четвертинки здесь даже держать можно. А с второй половины наливается отсюда, значит, воду. Или шампанское, или вино, что угодно можно наливать. Затем вы закрываете вот это дно. Вот. И бутылка готова на работу. Я покажу еще какой-нибудь фокус. Да, с каким-то нашим предметом. Володь, ну, пожалуйста, разрешите. Ну, вот, ну, пожалуйста. Советское фото, какой номер? А, Шталев. Пожалуйста, ваш журнал. Я покажу, вот, если вы хотите, я так и сделаю, пожалуйста. Так? Вот так. Разрешите? Так. Пожалуйста. Можно? Вот так. Так. Теперь разрешите мне стакан ваш, если можно, оттуда. Разрешите? Пожалуйста. Испортите. Так. Ну, мы отпустим также. Так. Ну, вы можете убедить, что здесь никаких. Так. Даже можно вот так показать. Посмотрите сюда, пожалуйста, дальше. И вы можете убедить, что здесь ничего, никаких секретов. Ваш журнал, пожалуйста, целый, сохранится, никаких секретов нет. Часто меня спрашивают зрители, как рвется бумага, потом делать целое. Я сейчас вам совершенно по секрету расскажу. Для того, чтобы рвать бумага, снова делать целое, для этого заранее артист приготовляет совершенно две одинаковые бумажки. Когда вас дома соберется компания, друзья, товарищи, вот так же будете показывать, как я вам показываю. Вот один из них и вторая бумажка. Бумаги должны быть совершенно одинаковые. И цветом, и размером. Один из них вы складываете как можно поменьше размером. Вот так. Затем сложную бумагу помещаете в левую ладошку. Вот так, как я вам показываю. Затем эта сложная бумага с левой руки помещаете в правой руке между этими пальцами и этими. Таким образом, чтобы еле-еле было видно. А вторая бумага берете и рвете так, как вы все умеете разорвать бумагу. Разорванные бумаги также вы складываете как можно поменьше размером. Вот так. Затем сложная бумага помещается левой ладошкой, и потом сложная бумага помещается между пальцами правой руки. Тело разворачивайте и показывайте вашим друзьям, что тело всегда будет целое. А что нужно делать с рваной бумажкой? Рваная бумага вы должны с правой руки перекладывать в левую и считать до трех. Раз, два, три. И дунуть обязательно. И рваная бумага также будет целое. Как вы придете домой, также будет показ, как я вам показывал и рассказывал.
Ну вот, приехали. Хорошо здесь. А вот по той дороге вниз, деревни, здесь мы хорошо и отдохнем. Когда я делаю свой пас волшебными руками, я не обманываю вас, я не обманываю вас и не смеюсь над вами, и не смеюсь над вами. Так в чем же фокус? А фокус в том, что улыбнулись вы потом. Немножко удивитесь, немножко улыбнитесь, вот в этом весь фокус и только. И что-то скроется, и вдруг в руках возникнет снова. А это просто ловкость рук. Да, это просто ловкость рук. И ничего иного, и ничего иного. Так в чем же фокус? А фокус в том, что улыбнулись вы потом. Немножко удивитесь, немножко улыбнитесь, вот в этом весь фокус и только. Жар-птицу сделаю ручной и золотую рыбку, чтоб стало лучше вам со мной, чтоб стало лучше вам со мной, хоть на одну улыбку, хоть на одну улыбку. Так в чем же фокус? А фокус в том, чтоб улыбнулись вы потом. Немножко удивитесь, немножко улыбнитесь, вот в этом весь фокус и только. Вот в этом весь фокус и только.